мы должны быть готовы. Я еду всех, внимание, всего на старт. Именно всего на старт вам нужно предупредить возможности генератии. Это, конечно, во многом предупреждение, да. Поехали!
Поехал, Дашка, молодец! А ты сейчас идёт уже приедет в Самолк! Но Андрей пытается, теперь понимает, что не нужно пытаться загнать. Вот это сюда, он не видит никаких проблем, но нужно. Остальные поехали на другие ходы, вот он же и сложен. Приезжает на вылет. Он начинает от этого же все-таки. Сын прославил. Стас! Стас! А тем временем Луцкий стоит на Соколовский за вторую позицию. И Соколовский уступает вторую позицию Ивана Луцкий. И бросает на поглубку за Александром Чудомовичем. Но уступит Александр тоже. Не просто Алексея Кобяка. Ну, если не хватает у него, потому что я там не хороший подготовленный мир. А вот этот это трудновато. А тем временем, очень умеренно выиграл за ним сейчас Александр Чуфанович. Расстановились, ребята. Расстановились, уехал. Сержанович на... Пока не до сюда, но похоже. Знову очень тихо. Не до сюда на расстоянии, до следующего. Глава русских. Вот это последний круг. Вряд ли, слишком далеко, все друг от друга находится каким-то человеком, и будет сильно смыть. Аплодисментами встречает победителя очередного заезда Александра Чудомовича. Матча набрал Иван Русских. Одно Виталий Чудомовский и все, что связано с большими хотелью. Это девушка! Это светленько идут в спортсмен, а? И сейчас мы видим основная группа разговорки уже Ивана Лучкина, который возглавляет сейчас. Занес ее вторую позицию, идет Андрей Сашенко. Поворожи приходит! Поворожи подожди! И вот что ему можно пока поворожи подожди Ивана Лучкина! Ты сладкий, конечно, бурлет.
автомобилей, это было именно проблема с искусственной атакой, я считаю, что это замедлит. Это уже, наверное, закатывает, конечно, понимая о том, что уже заехал внутрь стадиона, то все сможет не быть. Пока кто там пробивает, вот не хотите. Распаковка, я бы сказал, в первом повороте.
отношении к тебе, Александру, достигнуть хотя бы одного, ну, хотя бы одно очко. Yeah.
Кто-то Гагель устремился вперед. Удастся ли, Остапенко немножко ошибается. И подостает, подостает. А вот судовод будет рисовать. Привет,
квартира. Хорошо. Thank you.
Аннулирование результата. Удар остановил Остапенко, который принял потом Тем не менее, Геннадий Подростин не будет.
50. Впереди Ивановский, я думаю, что если проблемы нет, это все будет смешно. Ротко, Ротко, Ивановский, Ротко. Хорошо, что перенесировал. Сергей Силов, вот так.